Гомельскія судовыя эксперты ў мінулым годзе правялі звыш 47 тысяч экспертыз. Гэты і іншыя факты агучылі сёння ў рэгіянальным управленні, дзе прайшла выніковая калегія. Спецыялісты па судовай экспертнай дзейнасці даследавалі амаль 17 тысяч месцаў здарэнняў. Пры гэтым ні адна працэдура не была выкананая пазней за ўстаноўлены тэрмін. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Больше оперативную работу судэкспертов зарабила сучасная техника, набытая в минулым годе. Хроматомас-спектричная система проводит анализ наркотичных и психотропных речевов. Для поравнання, ранее некоторые материалы накировывали у Минск и чакали выник некалькі тыдняў. Зараз анализ проводить на месте. На это потребно всего 40 хвилин. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически все. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешенные контролером оборота и так далее. На сустрэчы таксама агучылі планы на гэты год. Станоўчыя тэндэнцыі трэба не толькі захаваць, але і палепшыць. Сёлета эксперты працягнуць скарачаць тэрмін правядзення экспертыз і павышаць іх якасць.